Я всех приветствую на своем канале Infam. И с вами Лена. Давно вы у меня просили новый наряд дня, и сегодня я решила его сделать. Хорошая погода, я только что пришла с работы, и еще светло, поэтому мне повезло. Что ж, наряд дня casual. Так я хожу на работу, или примерно в таком стиле. Мы с вами, как обычно, начнем с самого верху, а точнее самого макияжа. Губы у меня сделаны в таком насыщенном розовом цвете, больше я бы сказала даже направление в винный оттенок. Все остальное мне à la naturelle. И глаза я просто, чтобы чуть-чуть добавить цвета, нижнее веко подчеркнула сиреневым карандашом. Моя блузка. На мне сегодня шелковая блузка такого вот кремового цвета, некого такого зефирно-мармеладного, очень приятного. Мой кремовый ансамбль я также дополнила таким вот ярким розовым платочком, или вернее шарфиком, который также добавляет такого озорного настроения, весеннего настроения, и является таким цветным пятном всего наряда. Смотрится довольно мило. Я также была такая вот верхняя одежда, кожаная курточка черного цвета. Очень мне нравятся ее вставки такого стиля некого матраса, как так говорят французы, матласе. И могу вам сказать, что ни одна моя весна без этой куртки, конечно же, не обходится. Довольно универсальная. Мою же блузку дополнила вот такое вот ожерелье в виде цветка, которое тон в тон совпадает с моей блузкой. Кардиган, кстати, я укоротила с помощью тоненького ремешочка, так что берите на заметку, у кого такая же проблема, как у меня, и слишком длинные кардиганы, и не надо тогда уже покупать один короткий, один длинный того же цвета. Также у меня в ансамбль входила кожаная юбка, и я хотела вам показать именно, как я совмещаю кожаную юбку, чтобы это не смотрелось там, не знаю, вульгарно, как-то не к месту, ее упростить. Вот именно кардиган, блузка и обувь на низком ходу, причем она, видите, у меня некие такие мокасины, балетки цвета, да, верблюжего, я бы сказала, цвета шомо, который упрощает весь образ и его делает более носибельным, casual. Я даже вам вставлю свой старый аутфит с этой же юбкой. На этом я говорю все. Большое спасибо за внимание. Мне будет очень приятно увидеть пальчики вверх, ваши комментарии. Подписывайтесь на мой канал. И до следующей встречи. Всем пока!